будущее. В зомби не превратились только люди с первой группой крови и отрицательным резус-фактором. Кровь зараженных стали использовать как машинное топливо. Начались эксперименты над зомби. Ты поможешь мне вернуть кое-кого. Я знаю, где тело. Они не ученые, а убийцы. А ты не такой? Помоги мне. Ты в порядке? Вот это добыча. И ты знаешь дорогу? Чую. В общем, план такой. Найти их. Перебить всех живых и мертвых. Погнали. Это что еще за хрень? О, вот это образец. Не воина мечта. Гори в аду. Процесс самоуничтожения запущен. Ты не сможешь. Это что за звук? Что-то новенькое. Апокалипсис. Дорога мертвецов. Взрывная энергия. Убойный, безостановочный экшен. Высокооктановые безумие. Визуальный фейерверк. На самых больших киноэкранах с 6 октября. Каждые 23 года. Слышал про Крипера? Он пробуждается. Это местная легенда. Крипер возвращается каждые 23 года. Зачем? Чтобы вновь насытиться. Ну уже смелее. Поверить не могу, что ты втянул меня в это. Это качело косплея! Пришло время! Что нам сюда? Мы запросто выберемся. Это еще что за хрень? Он идет. Я видел его. Нет! В этом году. Это ловушка. Бежим! Зло. Здесь нет выхода. На помощь! Вновь. Лай! Уходим! Возродиться. Бегите! Нет! Готов, нет? А куда мы? Беги, не оглядывайся. На полпути к точке! Полпути?
Я Чики Донахью, и меня не должно быть во Вьетнаме. Чик, давай вылезай из постели, вставай. Вот так всю жизнь проспишь. Вот же придурки. Домой! Не позорься сама и семью не позорь! Весь бойцы наши видят это по ТВ. Знаете, чего я хочу? Махнуть во Вьетнам. И отыскать там земляков, что сейчас воюют. И просто угостить пивом. А я бы взялся. За что? За доставку. Он несерьезно надрался. Вон, гляди. Треск, как стеклышко. Пьет пятый стакан. Максимум. Я еду во Вьетнам! Угостить их пивом! Да! В ближайшее время во Вьетнам ничего не идет? 17:00. Сегодня? Да, будет непросто. Но я докажу им, что вся страна болеет за них. Тебя там убьют, вот увидишь. Ты говорила, все что-то делают, а я прохлаждаюсь. Явиться с пивом на войну. Да, не самый умный поступок. Но и далеко не худший. Можно начать отсюда, с Коллинза. Вот доставил пенный привет из дома. И если будешь жив... Американец? Из Нью-Йорка. Спасибо! Потом заскочишь к Дугану. Та-да! Чики, привет, пивка. Тебе тут не место. Тебе смешно, да? Это не ради прикола, ради друга, ради всех вас. Подъем, уходим. Все закончилось? Да, ты убит. Ты ведь это не всерьез, Чик. Здесь не вестерн с Джоном Уэйном, где знаешь, кто герой, а кто враг. Я приехал не за тем, чтобы через день умотать. Война. Кому как не нам ее освещать. Ты же видел солдат. Мальчишки. Пацаны. Скоро поймешь, что попасть на войну куда проще, чем вернуться с нее. Я хочу показать им, что оставшимся дома на них не плевать. Широкая у тебя душа. Мозги жаль подкачать. Что за дебилоид? Земляк сосед мой, привез мне пиво. Привет. Где-то в Гималаях есть одно удивительное место. Оно называется... Гнездо тигра. Я слышал про него. Мы с тобой. Мы твоя семья. У меня нет семьи. Я сирота. В грузовик ее. Идем. Идем за мной. Пошли. Детеныш, за ним! Тебе страшно? Я сам боюсь. Получилось! Хорошая девочка. Ты помогла мне. Назову тебя Мукти. Они спрашивают, где ее мама. Ее нет. Мукти сирота, как я. Куда ты ее ведешь? В горы, в гнездо тигра. Браконьер преследует мальчика. Он пойдет на все, чтобы получить тигренка. Ей нужна мать, чтобы выжить. Теперь это твой дом. Иди, иди! Мой тигр. То есть вы поссорились, она того, да? Исчезла. Я говорила ей не идти туда. Там тибра. Какая тибра? Девочек похищала, соломы набивала, подружек себе делала. Зайка! Что случилось? Пропала маленькая девочка. А вы видели настоящих убийц? Да.
И как они выглядят? Как обычные люди. Вроде тебя. Ты что, не понимаешь, что они все на тебя думают? Я уже проклятый. Что ты делал вчера ночью в лесу? Говорят, ты любишь ходить в этот заброшенный дом. Вам все говорили. Если бы я всех слушала, я бы не была следователем. Какая тибра? Вообще двинутая. А ты посмотри на эту овцу, блядь, на роже. Пшла. Пусть сюда выходит отпрыск твой. Такой же гнилой, как мать. Ай. Ты Сексова тронешь, я тебя убью, понял? Помнишь, тибра сюда приходит, на кого посмотрит, помрет. Всех вас убьет. Всех надо мной издевается. У меня есть вопрос. Ты он сделал или ты? Привет. А это ты? А я тут был недалеко. Дай, думаю, зайду. Фу. А что, у тебя вообще ничего нет? Вырублен. Зарядку дать? Телефон Вани вырублен. Мам, а может сделаешь супчик тыквенный с беконом? Я все время хочу жрать. Нашу Наташу попали сперматозоиды. А кто отец? Отец? Петя музыкант. Блин. Я хочу взять из приюта маленького песика. Метиса Лабая, говорят. Симпатичный. У нас не может быть собачки, у нас кошечка. И еще сегодня себе обошла палец. Не обещала квартиру снять. Прикусила язык. Вань. Мам. Вань. Мам. Здравствуйте. Наташа попросила заменить ее сегодня, если вы не возражаете. Я Алла. Вы в первый раз. У вас рак. А я тут был недалеко. Маленького песика. С кошечкой. Я вас написал. Да. Вам очень идет. У меня химиотерапия с понедельника. Мы вам сделаем скидку. Я вообще-то здесь тоже стою. Рот закрой. Приятно почувствовать себя человеком, который может всех удивить. Эпиляцию хочу сделать зоной бикини. Поможешь? Спину защемил, наклониться не могу. Мам, ты зачем это говоришь? А что я должна сказать? По-моему, Петь полный мудак. Полное отсутствие мозгов и перспектив. Ты так себя никогда не вела. Это же твоя дочка. У тебя что, ПМС? У тебя что, климакс? Мультиформная глиобластома. Что бы мы могли сделать, чтобы появился хоть какой-то шанс? Вы бы могли продать свои квартиры. Если вы спросите, хотела ли я умирать, ответ будет нет. Я хотела освободиться. Ну и гардеробчик нужно будет обновить. Весь? А как вы думали? Меняя образ, все меняется. Твою мать, он хочет жениться на маме обратно? Красивое кольцо. Ну, я бы, конечно, Тиффани не предпочла.